Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Драконы Всадники Олуха. Так, 10-й день. Забрали наши 30 рун. Так, и давай посмотрим по событиям. Угу. Так, угроза, парящий сюрприз. Ну что ж, будем его сегодня проходить. Но сначала давай-ка заберем наши награды. Так, 6 миллионов древесины. Скудно. Просто скудно. Так, давай вперед. Ты пока постоишь, подождешь у нас. Так, давай-ка я, наверное, сразу начну с отправки Беззубика. Отправляем Беззубика на поиски вот этих штук. Давай. Да, я знаю, ребята, что очень редко тебе могут выпасть, но тем не менее. Так, опять выпадает нам этот портфель. По-другому его не назвать. Так, сарделька, прячься в пещерах. Барсик, у тебя там что? Что выпадет? 8 рун. Так, давай, тушение пожара. Давай, бесплатно, само собой. Так, кривоклык. Яйцо древоруба. Пускай маскируется. И Грамгильда. Грамгильда, острокрылый змеевик. Так, у Йохана что у нас тут есть? Ну, вот это я, наверное, возьму. И, в принципе, все. Костолом, давай вперед из песней. Так, блестящий янтарь. На заказ есть у меня что? Нету, не хватает. Это мелочь, сам знаешь. Мы сейчас быстренько с тобой накопим. Вначале вот этих всех. Ага, 117 уровень. А давай его дальше прокачивать. Сколько? Сколько? 575. Ну это, конечно, жестко, друзья, это. Такие суммы, чтобы поднять всего лишь один уровень. Мрачный шип, ты будешь у меня? Да неужели? Ну неужели? Все, ребята, пропался у нас мрачный шип и продолжаем его дальше прокачивать. Так, этих ребят быстренько за древесиной, за рыбой, за древесиной и за древесиной. Так, буйволорд. Давай, дуй за рыбой. За рыбой. Так, ты у нас левел поднял. Слушай, ну... Блин, да что ж такое-то? Я так, ребят, таким темпом не накоплю себе железо. Ты представляешь, сколько нужно? Мне кажется, дальше еще больше понадобится. Все, 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 иди. Не стой, как говорится, над душой. Кто бы сомневался? Кто бы сомневался, что тебе выпадет тусклый янтарь. Так, ворчун. Бесплатно. Модифи крылочка, давай за рыбой. Этого, понятное дело, за древесиной отправляем. Так. Страхокол. Пускай идут тренируются. Здесь, как говорится, сидеть просто так без дела нам не надо. Угу. Вперед на поиски. Так, подожди, а у нас еще на вот этом островке, да? Угу. На этом островке у нас еще. Так, давай лесника-то уже отправим. Нечего ему здесь без дела, как говорится, находиться. Ну что, ребят, по-моему, я всех отправил. Единственное, что нам остается, это открыть бесплатный загадочный пак. Шепот смерти, Громыль. Опять шепот смерти, но, правда, экзотический. А я бы его назвал истинный. Загружаются необходимые данные. Ну что, у нас обновление было какое-то? Обычно такое после обновления происходит. Так, ну и здесь только лишь награды.
Давай. Не понял. Так, ребята, 5 дней и 3 часа. Это осталось до чего? До конца, что ли? Ну, в любом случае, ребята, я бы покупал эти, потому что фейерверк у меня есть. Какие же вы жмоты, а? Какие же вы жмоты. Ничего мне толкового не даете. Давай еще разок. Не, смотри, какие, а. Вот сколько, ребят, я уже попыток делал, и все равно по барабану им. Дают всякую ерунду. В основном ресурсы. Так, руны в подарок забрать. Сколько рун? 150. Так, с днем рождения викингов. Оу. Годовщина, оказывается. Кто там у нас? Скользко крыло. А у меня такой был или нет? Да, ребят, такой у меня был. Ну что, давай пошли на события. Попробуем его. Так, подожди, надо посмотреть. Оно... Ух, ёпрсоте. Оно большое. Успею ли я его пройти? Вот в чем вопрос. За сегодня это однозначно нет. А вот за завтра еще неизвестно. Волна первая. Начну, наверное, с него. С чудовища, скорее всего. Угу. Молодец, красавчик, добил. Так, и у нас две волны будет. Ну, молодец. Так, вторая волна. Их уже здесь трое. Мне бы, знаешь, не помешала бы массовая атака. Угу, давай сделаем. Раз, два, три, они втроем сейчас сходят. Потом барсик добивает чудовище. Так, а шторморез? Шторморез у нас, наверное, добьет вот этого. Прекрасно. Так, змеевик, вали в доску, а. Напрягаешь уже. Так, друзья мои, крутим колесо и забираем здесь древесину. Ладно. 600 тусклого янтаря, пожалуйста, мне на базу. Мы дойдем с тобой по ходу дела вот до 1400 тусклого янтаря. Дальше не сможем, дальше у нас просто не хватит энергии. Так, ну что у нас тут? Сородич шепота плюс громобой. Но это довольно легкие противники. Тем более, этот вообще разбирается будет на изи у нас. Громобой тоже не особо страшен. Так что переживать по этому поводу особо сильно не стоит. Ну, понятно, с тобой все. Так, ну что, громобой. Блин, ты же страж. Туго, конечно, он будет разбираться. Но все равно разберется. Никуда он от нас не денется. Ну что, добиваем. Переходим на вторую волну. И здесь у нас... Слушай, ну, наверное, как обычно. Блин, ты посмотри, что творит, а. Добьешь? Нифига, вот не хватает ему силы добить, а? Чуть-чуть буквально. Так, этому кранты. Давай я так, наверное, сделаю. Даже по пониженной броне, ребята, он не может его уничтожить. Ну все, до свидания. Так,
Что нам, прилив сил? Так, точно. Достается нам прилив сил. Ну что ж, погнали. Потом загадочный пак мы с тобой еще получим после этого поединка. Опа-на, сколько волны, 2 или 3? 2. И он здесь 1. Слушай, ну это красота. Это вообще, ребятушки, красота, красотища. На. Ай, капельку не хватило. Ну, что у нас там на второй волне? Так, 2 чудовища плюс Хоферсон. И я попробую, наверное, вот этого разобрать в первую очередь, потому что этот, ребята, фаерболами бомбит. Я не хочу получить 3 фаербола в лицо. А вот этот, я не знаю, что делает. Точнее, знал, но я забыл. В плане, ты его не добил. У тебя что там? Проблем... А, у него так и понижено. Я думаю, чего он так мало бомбит-то? Смотри, что вытворяет. Ты смотри, что они вытворяют, а? Теперь сделаем вот так. И он остается у нас один. Один-одинешенек. Ну, ему крышка, все. Очередное колесо. И забираем мы опять прилив сил. Так, к чему меня готовит, а? Я уже привык, ребята, что когда дают намного прилив сил или еще что-нибудь, то, как говорится, жди беды. Жди беды, потому что либо будет очень сложный босс, где ты все эти приливы сил просто сольешь, либо еще что-нибудь. Так, опять у нас 2 волны, и опять он здесь один. Ну что же, я тебе не завидую, парень. Ты как раз попал под стать. Это у нас, ребята, шустрый, поэтому хитрецами он разберется довольно легко. Так, а здесь у нас, ё-моё, пещерный скалотряс. Все, звуки вообще все исчезли. Как мне это нравится, а? В тишине, да не в обиде, как говорится, да? Ладно, ребят, сейчас. А ведь мог бы. Но не захотел. Сейчас Барсика ушлепаем, да? Хотя бы, знаешь, что сделаем? Вот так вот, наверное. Я еще и Барсика хильнуть успею. Не очень много, конечно. Сейчас будет супер ульта. Угу. Упаковали мне Барсика моего. Ну что, ты остаешься один у нас тут. Я думаю, мы с тобой сейчас быстренько разберемся. Ну, как-то так. Давай-ка посмотрим, что нам тут достанется. И это ареновский пак, который содержит новичков. Ну что, друзья, это последний у нас поединок на сегодня. Давай его пройдем, блин. Хотел же выйти в этот, на карту, чтобы звук появился. Ладно. Так, ну что, я вижу здесь 2 душителя. Начнем вот с того. Дымодышащий, сейчас мы его попробуем наказать. Так, потом ходит у меня кривоклык. Промахнулся. Так, потом, наверное, хилять будем все-таки, да? Через отхил. Что он там сейчас придумает? Да ладно тебе. Ничего же не получится. Барсик, добивай его. Ну и мы переходим на последнюю волну. И здесь у нас Хоферсон, Громель. Ну и Шторморез. Давай, наверное, я так сделаю. Угу. Понизил защиту. Блин. Фига он бомбит, ты прикинь? Я вас понял. Вы решили вот так вот, да, значит? Решили взяться за кривоклыка. Да, и, скорее всего, они его, ребята, уничтожат.
Вот это вот партизан сейчас его бомбанул, а? Но в любом случае победа-то здесь будет за нами, потому что... Ну, до свидания. Так, давай крутить очередное колесо. Забираем древесину. Так мало. Так мало дерева дали. И 1400 тусклого янтаря. Все, забрали. Энергия у нас кончилась. Так, здесь. Давай открывать. Шторморез, шипорез, костолом. Так, и загадочный пак. Пристиголов, костолом, грозокрыл. Блин, прикольно смотрится, да? Прикольно, да не про мою честь. Так, теперь давай-ка мы, наверное, знаешь, что делать? Отправлять. Само собой. За рудой. Так, ты тоже же хочешь, по-моему, за рудой сбегать, да, парень? Нет. Вот этого давай вернем. Подожди. А, так он улетел. Ёпрсты. Вернем, говорю. Что за древесину-то у нас еще? Так, секунду. Черт, этот пошел учиться, а? Блин, неужели мне этого надо возвращать, а? Давай. Лети, фейерверк. Ты уж извини. Но так надо. Так надо, потому что... Древесину-то мы получим, а вот... Руду. Руду нам проблематично, ребят. Накопить, тем более ты сам видел, какие у нас идут траты по этой рудишке. Очень-очень большие. Так, ну вроде бы все, друзья мои. Вроде бы все. Я думаю, что завтра, наверное, попробуем. Или послезавтра допройти это событие. Так, кстати, нам нужно... Ух ты, аж три штуки. Нормально. Так, и свечка. Свечу надо найти. Вот она. 3 дня 8 часов. Ну, естественно, не успею, ребят. Естественно, тут как ни крути. Для того, чтобы открывать, ребята, вот эти вот все яйца, которые дают, да, ежемесячные, наградные, это нужно заходить в игру каждый день и открывать. Только в этом случае, да, у тебя, может быть, выпадет шанс. А если ты заходишь раз в 3 в 2 дня, конечно же, ничего у тебя не выйдет. Ну что, дорогие друзья, на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!